дерево Каталана. Дерево Каталана – это конструкция, которая решает огромное количество задач, связанных с последовательностями, где ответ описывается вот числами 1, 1, 2, 5, 14, 42, 132, 429 и так далее. Где последовательность Каталана? Устроено дерево Каталана следующим очень простым образом. У него есть вершина, с которой выходит одно ребро. Дерево будет на всю доску, поэтому, пожалуйста, когда вы будете себе в тетрадь рисовать, постарайтесь, что называется, это учитывать. Да? Итак, здесь будет последовательность, которая состоит из единицы. Здесь будут все перестановки на двух числах. Дальше история вот какая. Перестановки на трех элементах. Таких перестановок существует всего сколько? Ой, нет, ну давайте так. Существует всего пять. Совершенно верно. Давайте думать. Давайте думать вот о чем. Господа, если я напишу 1, 2, и я напишу 2, 1, у какой из этих последовательностей подчеркнутая фиолетовая вот эта штука будет длиннее? Как вы считаете? 1, 2. Правильно. Поэтому я напишу 1, 2 сюда и подчеркну фиолетовым образом вот эту штуку. А сюда я напишу, как вы уже поняли, 2, 1 и подчеркну фиолетово только единицу. Дальше, следующая история. Для последовательности 2, 1 я должен, во-первых, обе цифры увеличить на единицу, а во-вторых, я должен вписывать единицу в одно из двух мест. Или 3,1,2, или 3,2,1. Вот написать 1,3,2 уже нельзя. И в зависимости от того, где больше возрастающая максимальная подпоследовательность, именно туда я и именно то я и должен писать. Итак, вот здесь вот будет написано 3, 2, 1 и подчеркнута только вот эта единичка, а здесь будет написано 3, 1, 2 и подчеркнута вот это вот 1, 2. Вот, так, хорошо. Господа, а вот дальше у вас будет проблема. У меня сегодня у вас такая вот такая там работа. А вот дальше сделайте все сами. Все. Дерево Каталана рисуйте. Если кто-то внимательно слушал, что было сейчас, то у него достаточно информации, чтобы догадаться, как выглядит дальше конструкция. А именно, что будет написано здесь, что здесь, а что здесь. Для начала эти три. Продиктуйте мне, пожалуйста, правильно. Так, здесь будет что? 3, 2, 1. Здесь будет? 3, 2, 1. Решите-ка вы сначала задачу, а потом уже говорите. Я вижу, что люди не способны услышать условия. Это же не важно, какую задачу вы при этом решаете. Важно, что вы в принципе в школе смотрите на выражение глаз своей учительницы. И вы выпрашиваете у нее пятерочку. А никогда не смотрите на задачи. Понимаете? Вы же учитесь, к сожалению, в большинстве случаев, просто для того, чтобы сделать то, что вам приказали работу, не вдумываясь в ее смысл. Сейчас это очень четко проявляется. Вы говорите, лишь бы мне понравится. Это совершенно неинтересно. Вы говорите, пытаясь угадать. Вместо того, чтобы разобраться в задаче и сказать мне ответ. Напоминаю, что надо было сделать. По нашему алгоритму надо числа 1 и 2 увеличить на единицу. Если не секрет, что это будет? 2, 3. Это будет 2, 3. А после этого надо туда разными способами приписывать единицу.
смотреть на фиолетовую штуку, и в зависимости от длины фиолетовой штуки, да, что? 2, 3, 1, дальше. 2, 1, 3, дальше. Что? 1, 2, 3. Ну, давайте, во-первых, поймем, в принципе, вы правы или нет. Если мы отсюда единичку уберем, то везде остается 2, 3. Так должно быть. Будьте любезны. К каждому из чисел прибавить по единице. Давайте я, чтобы вам помочь, напишу. Значит, здесь будет 4, 3, 2. Здесь будет 4, 2, 3. Здесь 3, 4, 2. Здесь 3, 2, 4. Здесь 2, 3, 4. После этого вписывать единицу везде, где можно. И в зависимости от фиолетовой длины расписать. Как только это сделаете, продиктовать мне ответ. И у нас с вами получится дерево стола. 4, 3, 2, 1. Фиолетовая 1. 4, 3, 1, 2. Фиолетовые числа 1 и 2. Дальше. А 4, 2, 3, 1. Дальше. А 4, 2, 1, 3. А 4, 1, 2, 3. 3, 4, 2, 1. Ребята, любому, кто действительно перепишет себе, увидит, как это здесь растет. Одна фиолетовая 3, 1, 2, 3, 1, 2, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 4. Господа, все ли понимают, что если я ко всем этим числам прибавлю по единице и дальше буду вписывать единицу, то будет вот такая вот история. Более-менее все поняли. Заметьте, здесь развилка будет даже на 5. Это и есть те самые 42. Это и есть дерево Каталана. Поскольку огромное количество других задач описывается ровно тем же самым деревом Каталана, мы сейчас с вами сделали следующее. Мы доказали, что задача о последовательностях без образцов вида 1, 3, 2 имеет своим ответом действительно число Каталана. Поняли, как она соотносится с другими задачами такого типа? На всякий случай, господа, вообще-то можно было бы ставить задачу не о последовательностях без чисел, без 1, 2, 3, и не о последовательности без 1, 3, 2. А можно было ставить такую задачу. Все перестановки без последовательности 1, 2, 3, 4. Или все без 1, 2, 4, 3. И вообще тут получается огромное количество задач. Замечательно, что математики действительно этими задачами занимались.